сегодня понедельник, бодрый-прибодрый. Настолько бодрый, что мы решили плюнуть на культурный четверг и после работы сегодня двинуть в кинотеатр. Идем на полтора шпиона. На полтора шпиона идем, телефон где-то. С Уэйнсом... Как его? Дуэйн Джонс. Да, Ган? Да. Просто Ганна сохнет по этому актеру. Обалденный актер, вообще не могу прям. Вот. Вот, ну все, Грише об этом скажи еще. Да, он такой спортивный, такой классный, такой сексуальный мужчина, еще и лысый, еще и качок, прям все. Ребята, все, мы пришли уже в кино, сейчас Алиска закупает билеты. По дороге разговаривал с родителями по вайберу, в эту пятницу приезжает мама, мы уже планируем, куда поедем, как на этих выходных, точно по-любому на море, не знаем, какое, в дикое место только или в город. Напоминаю, что идем на полтора шпиона. Ох, зачастили мы последнее время в кино, зачастили. Этот квадрокоптер стоит и ждет меня. Это лютая вещь. Ребята, у нас полтора часа до фильма. Ходим по магазинам, примеряем всякое разное. Как это, Снэп называется, или я не помню. Короче, кипончик черный, прикиньте, без лога, без всякого. Лютый. Йоу. Короче, сейчас сделаю пару читок. И битбокс. Этикетку убери в сторону. Не в сторону, она мне огромная. Похоже, пора проучить Алису. Пришли мы в Ряженку, которую обхаживали несколько уже месяцев. Ходим мимо все и не заходим. Да, она еще в Красной площади есть. Да. Ну все, ребят, 5 минут до фильма. Сходил в туалет по классике, чтобы не бегать во время сеанса. Потому что не круто разбивать свой фильм на две части. Ребята ждут меня. Все, идем. Опять пустой. Нифига не пустой, я думал, пустой будет. Все, сейчас фильм посмотрим и, как всегда, расскажем свои впечатления. Полтора шпиона, вот так-то. Тан-тан. Держи себя в руках, пожалуйста. Вышли из кинотеатра. Классный фильм. Отлично, просто отлично. От души поржали, как следует. Прям вот то, что вот в трейлере показано. Во-первых, это не все шутки, не все прикольные моменты. Абсолютно не все, как это обычно бывает. В трейлере все покажут, потом приходишь на фильм, а там все уже ничего крашеного не увидишь. Здесь не так все. Здесь офигенно кайфовый фильм. Скала, конечно, ну, чёрт, что. Крутой чувак, чё. Это, блин, у второго как актера звать? Значит, про американца этого. В общем, советуем обязательно сходите, посмейтесь и зарядитесь позитивными энергиями. Нифига себе, 7:30, еще светло, так непривычно. Я все равно подумал, что уже будет темно. Решили показать набережную Кубанскую, проехали мимо, вы ее тоже увидели. Вот. Бенчики кушаем, идем. Идем в 30-летие... Победы. 30-летие Победы? Да. Вот. Мимо строящихся вот этих вот домов высоких. Кайфово, а не кайфово, когда достроятся и будут подсвечиваться, если ночами, будет вообще круто. Тут еще какой-то дилер, что ли, автодилер будет или что-то типа того. Вот. Это ты, маленькие дома-то тоже нифиговенькие. Короче, идем в парк. Если честно, я-то по большей степени хочу к скейт-парку подойти и приглазеть. Они же там что-то перестраивали. Может, уже закончили. Вечером, конечно, здесь все подсвечивается красиво, но днем здесь еще лучше, особенно на закате, потому что подсвечивается естественным солнечным светом. Красненьким, таким бордовеньким, розовеньким, персиковым. Подсвечивается, говорю, вечером-то еще красивее, чем, ну, то есть, естественным светом. Короче, красивее, хорошо. Хочу скейт-парк. Ну, знаете что?
я ни за что туда не пойду, пока не научусь делать оли, кикфлип, поп-шует, трешечку, возможно, даже. Тогда вот можно уже идти и без стыда и совести катать что-то там. Потому что так засрут, за лошад сразу скажут, что ты, пацан, ты лох. Барон. Как тебе бабушка, барон? Бабушка Оракул. Когда-то, ребята, в далеком 2008 году я работал на Москве 126, вот так же ходил, подметал дебаркадер. С утра, каждое утро, каждую свою вахту утреннюю, если она утренняя, мыл Москву 126. Вот так. Одевал жилет. Слушайте, непривычно так. Мы давно к реке не ходили, что есть течение. Как-то на море постоянно ездим, течения-то нету. Как бы мы его не видим так. А тут так забавно все уходит. Несмотря на то, что я не иду в скейт-парк сегодня и в ближайшие месяцы, я сегодня в любом случае покатаю, пооттачиваю Оли и, возможно, попшует буду пробовать. Пришел домой, а тут какой-то компьютерный клуб устроили. Клуб по интересам. Короче, ребят, покатал прям кайфовенько, вышел. Благо асфальт кусочек есть, нашел. Потренькал Оли, попробовал. Ну, вообще попшуют нифига не получился. Видать, я технику не просек. Я видеоуроки всякие смотрю. А кикфлип, блин, ну уже прям начинаю его закручивать четко. Он приземляется, но у меня все еще одна нога на нем. Все еще задняя. Переднюю не могу ставить. Ладно, короче, не будем об этом. Сейчас в душ мыться, все это в стирку. И будем пить чаек. Вру, цикорий. Друзья, короче, нам сегодня только что буквально вечером пришло письмо от девушки, которая работает на России-24, я так понимаю, здесь, в Краснодаре. Делают передачу о вегетарианстве и, типа, хотят нас, как главных героев, привлечь. Мы, в свою очередь, хотим у вас спросить, стоит ли вообще ввязываться в эту затею? Да, что думаете? Да, что вы по этому поводу думаете? Стоит ли вообще ввязываться, что-то объяснять, рассказывать кому-то? Или обойти это дело стороной и дальше идти своим путем? Потому что телевидение, я очень после работы на телевидении очень к нему отношусь так. Вот YouTube, да, а телевидение нет. Вот. Пишите в комментариях, что по этому поводу думаете, какие советы нам можете дать. Все, спасибо, что посмотрели до конца. Пальчики вверх, подписочка, с вас, с нас завтра влог. Не подписался, завтра влог не увидел. Вот такие правила. Покена! Лошад сразу скажет, что ты, пацан, ты лох, иди отсюда, пока не сдох, тебе доской по башке я сейчас дам, ты же не думаешь, что ты Жан-Клод Ван Дам? Я же скажу, я так не думаю, конечно, да, я ведь думаю, что я Джейн, как Джон, нет, Джон, как его, Скала, короче. Дуэйн Джонс, Скала. И он такой, вот это да, а я ведь наложил себе в штаны, ура, теперь увидел я, что ты звезда. Вот такие вот дела.